конечно же, смотрим, как Бреус здорово заложил вираж. Бросил здесь, выкинулся в шпагате Владислав Нурек. Шайбу отразил, но на добивании первым оказался Алихан Умербеков. И шайба отправил прямо под перекладину. 3-1, но на этом... Все под контролем было. Стража ворот Булагера. Ну и вот такой вот конфуз случился. Мельников на выходе ошибается. И шайба ворота третья уже Алматы залетает. Казаченко ее автор. 9.